Бомс. Здравствуйте, дорогие друзья. Давно не виделись, давно не слышались, но вот мы выходим в эфир с песней 21. Мы, это я, Михаил Новинский, и еще, естественно, наш оператор, в общем, наше все, это Елена Кучук, которая в кадре нет, она, в принципе, все контролирует. И все я видит. Все вижу она и все слышу. Так что отмечайте, что вы есть, что вы слышите, что видите, пишите, как там видно. Вот, Лисовский, по-моему, выскочил. Да, Алекс Лисовский, привет, привет, Германия. Вот уже лайки пошли. Вот, Германия с нами, Дайсланд. Да, между прочим, могу присоединиться к Германии. Григорий Белов, Елена Максимова, Людмила Иванова, Мария Иванова, Юрий Логвинов, Ирина Беляева. Присоединиться, трансляция ВКонтакте. Сегодня день рождения Бехтехтиной Сони. Это художника, художника такого, администратора с театра «Дожди». Мы с ней вместе потихонечку лепим из детей артистов. Вот она... Люда Вайнер смотрит. Привет. Недавно день рождения у нее был. Мы поздравляем. Поздравляем, да. У Штокмана Эльвиры был день рождения горячего. Тоже поздравляем. Да. Да. Алекс Лисовский пишет. И правда, давно не видели. Давно не видели сейчас. Вот, если вы заметили, то на мне чертик. А мне Фейсбук говорит. Скажите что-нибудь, чтобы дать Михаилу понять, что вы здесь. Это вот относится ко всем. Да. Если вы заметили, на мне чертик, какая футболка. То есть не чертик, какая, а суперфутболка. Таких футболок ни у кого не бывает. Я в ней жил и творил полгода на острове Якос. Вот эту картинку там накрасил, там эту картинку накрасил. Вот память об этом острове. Там с чутюником Мишей, с тезкой Мишей, да, расписывали один большой дом, разрисовывали. Уж оторвались, так оторвались. Вот, и чему это все ведет? Песня, которую сегодня вам спою, она относительно новая, и, наверное, еще год нет. Вот. Хотя обычно вспоминаю всякое такое, древние сундука достаточно. Сегодня почему-то захотелось новую, так как недавно был день художника. Я поэтому поздравляю всех моих друзей художников. Хотя и те, кто, может, мало знает, или я их мало знаю, они тоже друзья вас, художники. Поэтому вот, конечно, в первую очередь, наш художник нашего театра Зубова Сашу, вот, моего учителя Русанова Сашу, Беляниных Елены и Катину, что ж, художники своего рода, ну, по металлу. Вот, Дюдяеву Асю, бутафора нашего театра, Матюшенко Наташу, бутафора нашего театра. Вот Иосифу, поздравляю с днем художника Осипову Елену Андреевну, это художник, всем художникам, художник, не только гражданин, который всегда приходит с плакатом, если что-то случается в нашем городе. А случается чего-то, уже наш интернет вот-вот будет похож на северокорейский, понимаете? Что-то с ним такое происходит, но пока он еще не стал таковым, я пытаюсь вам быстренько допить. То, что ты написал. И он договорил. Нет, как там чего? Да. Нас видно, слышно? Миша Тютюнев, художник, которым ты... А, так я проговорил, да, Миша Тютюнев, да, с которым разрисовывали. Света Соколова смотрит. Смотрит, привет, да? Света, да. Да. Таня Шашкова. Люда Вайнер пишет. И Хьюстон с вами. Да, привет, Хьюстон, да. Дмитрий Гельман. Рад снова видеть вас в прямом эфире, Михаил. Алекс Лисовский пишет, что немного звук фонит. А напишите остальные, как вам слышно. Где фонит-то? Ну, как-то и не фонит. Как-то и не фонит. Да. Андрей Ермолов, всем привет. С кокардой в голове, песня просто огонь. Спасибо. Алла Беляева, привет, любимые. Взаимно. Сергей Морозов, футболка огонь. Да? Привет. А что за песня? С кокардой в голове? С кокардой в голове. Песня, ну, мы ее можем в интернете найти, а вот эту песню вы, наверное, еще нигде не найдете. Она, по-моему, называется то ли художник, то ли художник и модель. В общем, обычно иногда нет, что ты на этот долго болтаешь, давай пой. В общем, начинаю. Заходи к художнику, модель, скучай, завещай. Сколько дней он ждал, сколько недель. Примечай, отвечай. На дворе то солнце, то метель, то салют, то война.
заходи художнику модель, как весна, как весна. Годы лезут, годы тихо мнут, сколь еще впереди, пусть на скетч на несколько минут. Заходи, заходи, забегай к художнику модель. Просто так, кофе, виски, чай или коктейль. Что? Коньяк. Есть коньяк. Живем, красота, это ты, и вроде как не ты, но теперь навсегда улетит снежинок седина с твоих кос, не вопрос, и вернется первая весна нам всерьез. Модель. Не скучай, навещай, сколько дней он ждал, сколько недель. Примечай, год примечай, на дворе то солнце, то метель, то салют, то война. Забегай к художнику модель, как весна, как весна. Ну, собственно, песня Света. Это номер песни какой? Это номер, песня в 21, номер 71. 71 номер. Вот, скоро у меня будет номер 56, чего? Лет. Годиков. Годиков, да, годиков будет. Я буду это праздновать в клубе «Манхэттен». Так что заходи художнику модель, модель художнику, и художники в модель заходите. Давайте встретимся 22-го чего? Декабря в клубе «Манхэттен». В день зимнего солнцестояния. Да. Вот мы как вот встретимся в самую темную ночь. И с этого момента мы начнем раскручивать земной шар в сторону весны. Алена Крымова. Привет, привет, Крыму, привет, передавай. Наверное, Серега и Арина. Да, наверное, тоже. Елизавета Кантельман пишет, пишет тебе. Да. Хотелось бы тебя огорчать, Миша, но у тебя футболка протерлась. Где? Не может быть. Не поверю, новая футболка. Еще 7 лет мне не ходил. Искандер Вагапов, привет, на витке пишет. Она пропитана солью Карибского моря, да, если... сейчас, кстати, там, похоже, наша Светка отправится в длительное путешествие. 5 месяцев будет по Тихому океану и по Карибскому душа. Я не помню, будет сейчас. Мы пожелаем им всем путов под килем, чтобы это самое. И привезли рыбы хорошие. Наконец. Да, что ты, я маленькая, океан. Вот. А мы эту рыбу нарисуем. А мы ее нарисуем и съедим, конечно. Сначала съедим, потом и нарисуем. Нет, сначала нарисуем. Я ничего не могу есть, пока я это не нарисую. Да. Сергей Морозов пишет, хорошая песня про художника. Правда? Спасибо. Вот. Ну, вот, собственно, что, если кто-то хочет еще спросить, я быстренько могу ответить. Сандер Вагапов пишет, сыграй, пожалуйста, песню «Путин всех боится». Путин всех боится? Хорошо, но она, честно говоря, может и спаем в этой программе. Правда, сейчас у нас есть лучшая песня. Обычно «Путин всех боится» и исполнение там, где побольше этих космонавтов, как интереснее, веселее.
космонавтов. Сергей Морозов спрашивает, а сколько всего песен должно быть? Возможно, приду. Когда? 22-го? Ну, наверное, да. Он, возможно, наверное, 22-го придет, а спрашивает, сколько всего песен должно быть. Но этого никто, Сергей, не знает. Нет, никто не знает. Даже Михаил сам не знает, сколько он песен написал. Но каждый раз песня новая. Я думаю, что меньше 150, больше 150, меньше 200. Вот. Но дело в том, что пока мы исполняем эти программы, пишутся новые песни. Вот. Как вы заметили, это очень-то хорошо, да? Новая песня. Да, новая песня мне самому нравится. А сейчас появилась песня, как называется песня? Сам обалденный. Мегападич? Мегападич. Мегападич. Нет, про снег было. Снег все рос, рос с каждым годом. И превратился в снегопадище. Алексей Черемсин пишет, Манхэттен клевое место. Да. Манхэттен клево. Тем более, что мы постараемся его сделать действительно как бы так. Нам звук хороший, но я, как обычно, ненавидел вот это скалы, там, это официант, всякое такое хуй. Ну, мы постараемся было достроить. Как-то подразбили, чтобы это было на концерт. Но зал все-таки похоже, что всем все было видно, слышно, что надо было их попрыгать, кто захочет, попрыгать, и посмотреть, и послушать, какие-то моменты ощутить, и драйву поддать, в общем, будет электрический состав. Вадим Васковский будет. Пишет, у вас есть как клеится. Не может быть, клей хороший, клей хороший. Лиза пишет, о, на фоне моя любимая картина. Которая? Там две Лиза картины, там две, обе любимые, вот, я так предполагаю. Одну из них написал я, прям накидал с натуры. Вторую, вот догадайтесь, кто догадается, тому... Чего? Там будет специальный письма, кто догадается. Сергей Морозов, она не дырявая, это дизайн футболка, да. Лиза пишет, Сергей, весьма прозорлив. Ну что ли, да. Здоровья вам, крепкого спасибо, пишет Сергей Морозов. Вадим Восковский пишет, отклеился. А, это он поправился, это у меня сейчас все было. Чем? Ну, он там не отклеился, а там телефон написал, что там поправилось. Ну, я-то сразу поняла, да. Искандер Вагапов пишет, да, согласен, Манхэттен классное место, Нью-Йорк вообще классный город. Сергей Морозов, а где Манхэттен находится? Манхэттен находится в Фонтанке 90, да? Да, набережная Фонтанки 90. Это, знаете, есть на пересечении с Гороховой набережной. Есть такой театр, ваша гимназия называется. ДВП. И супротив него находится Ну, не совсем ближе к городу. Ближе, ближе. Ну, это, грубо говоря, пересечение набережной Фонтанки и улицы Гороховой. Адрес точный, набережная Фонтанки, 90. Да. Вот, так что приходите. У нас начало 7. 7 начало, 7. Да. Будем праздновать. Будут гости. Татьяна Майя, по-моему, будет сюда. Не-не, не 31. Игорь Гудков пишет 31. Не 31. 21, что? Фонтанки 90. Фонтанки 90? Да. А ну, БДТ может быть 31. Может быть, я не знаю, а здесь БДТ. Лиза пишет, а я знаю, кто вторую написал. Мне приз можно или это нечестно? Ну, если знаешь, а потом скажу. Ладно, пиши лично. Да, Лиза. Два приза, один тебе специально. Да. Специально тебя. Ты без приза не останешься, да, Лиза. Александр Иванов. Михаил, здоровья тебе. Спасибо. Спасибо, Саша. Там еще будет смертельный номер. Вот, смертельный номер будет показан. То, чего никогда на моих концертах не происходило. Произойдет 22 числа. Вот. Что это? Это нечто. Это самому это самое страшно. Страшно, потому что страшно. Интересно это будет. Вот я, к сожалению, не могу читать, что там в Фейсбуке пишут, но мы обязательно... А он все тормознулся в Фейсбук. Ребята, вы это самое... Вы пишите, пишите, мы все прочитаем и все ответим вам обязательно. Да, получу свою кисть. То у нас такой интернет... Уже можно сказать северокорейский. Что, то тут не видно, то там не видно. Да. А если видно тут, то не видно там. Ну, что, кое-кто всех боится. Мы обязательно ответим. Ну, обязательно делайте перепосты, делайте лайки.
Знаете, опальному стрелку всегда надо помогать. Вот если ваши обыкновенные лайки или обыкновенные перепосты очень помогут продвижению нашего проекта вообще. То есть, может, ты не слышал, когда ты здесь какая-то другая девочка, я тоже не могу. А вы уже отсюда. Вот. Наверное, все. Мы вас поздравляем с наступающими праздниками. Вот. Если кого-то не успели поздравить с днем рождения, поздравляем. Вот. И до следующих встреч. Всех художников поздравляем с прошедшим днем художников. А художники, и со всеми днями рождениями. Со всех поздравляем. Все. С вами был Михаил Новинский, Елена Пинчук. До следующих встреч в эфире и наяву. Пока. Завершить.